Привет, дорогие друзья, с вами, как всегда, Юра Штопки, ребята, и вместе с Димкой мы снова находимся на просторах GTA 5 онлайн. И сегодня будет старенькое, но довольно-таки интересное шоу под названием «Битва автогонщиков». Привет, ребят! Что ж, друзья, ну, в общем-то, для тех, кто не в курсе, давайте вкратце расскажу правила. У нас будет вот такая вот зона, ребята, она довольно-таки большая. В общем-то, здесь мы будем прятать каждый друг от друга по 8 случайных рандомных машин. Потом у нас будет 15 минут на поиски, и в течение этого времени мы должны пригнать сюда либо все 8 машин первыми, либо же больше машин, чем оппонент, чтобы получить балл. Все очень просто. Все после чего проведем еще одно испытание. Что ж, ребята, прямо сейчас мы идем прятать тачки. Вы устраивайтесь поудобнее, прожмите на лайк, наберем 2000 и сразу же выйдет следующая серия по этой прикольной рубрике. Погнали! Друзья, я постоянно читаю все ваши комментарии, и очень часто вы писали типа «Затролль Димона» либо «Донни, сделай какую-нибудь жесткую подставу». Сегодня, ребята, будет и мега-тролль. Я поставил, ребята, 60 машин, 8 из которых, ребята, настоящие оригинальные вот такие BMW, которые можно угнать, а остальные 52 у нас будут обманки без колес, это объекты. Ну и, ребята, в общем-то, как вы прекрасно понимаете, во всем этом изобилии найти хорошие правильные машины Димке будет очень сложно. Тем более то, что он ищет одну и ту же тачку. Короче, друзья, посмотрим, как он отреагирует. Обязательно поставьте лайк, напишите комментарий, в общем-то, какую серию с троллем еще снять. Ну и, конечно же, ребята, подпишитесь на канал. Мы прямо сейчас начинаем, я тачки свои быстро раскидаю и, в общем-то, погнали. Итак, ребята, секундомер я поставил, 15 минут наши уже тикают. Поехали, поехали искать тачки. Давай, так, погнали. Мультики с прошлых всяких испытаний убираем, ребята, на ноль, чтобы все было по чесноку. Кто чесно, кстати, любит? О! О, чё? Я что-то тоже вижу. Я что-то заметил, красненькое. Ну, это вообще было не спрятано. Что за херня, подожди. Что за херня? А что он без? А что у него сесть не могу? Не знаю, у меня вроде все нормально было. Я сел спокойно в твою тачку, вот еду. Еду на точку назначения, все хорошо. А ты уверен, что ты нашел нормальную тачку? Что-то просто... В смысле, колес нет? Я не могу в нее сесть. А, это без колес, типа, объект, что ли? Не знаю. Я вроде нормальной тачки ставил. В смысле, еще одна? Иди-ка ты нахер, слышишь? Дядя родной. В смысле? Я не родной тебе, не надо. Прямом. Нам таких не надо в роду. А вон еще одна. Еще одна? Сука. Ты бесишь? В смысле? Я ничего не делал. Да их миллиард здесь. Да не миллиард. Еще одна без колес. Да иди-ка ты в жопу. В смысле? Понакидал объектов опять-таки до хера триллионов, миллиардов. Ну. О, с любовью, нашел. Как говорится, из России. Это с колесами. Она сломана. С колесами что-то сломанное нашел. Я понял. Их тут просто две было. А-а-а, блин, две тачки загрузилось, я понял. Но это обидненько, это обидненько, это нехорошо. Может быть, и не нашел бы. Так, а у меня что, одни будут иксы, что ли, или как? Чего ты взял? Да что ты делаешь? Ты мне еще и факт показываешь, да ты че? Ты охренел? О, я нашел вторую. В смысле? Так, подожди, у меня тут разборки. Иди сюда, пингующий хрен. Я просто вижу, типа, с колесами, не с колесами. Емай, ты, конечно, не очень, блин. В смысле, видишь? Там не видно ни хрена. Ты охренел? На площадке обычно, там, с колесами. Машина стоит, я пойду заберу. Да, ну ладно. Короче, ребят, все самое интересное, конечно же, впереди. О, вижу. Самое интересное, что я тачек-то особо-то и не нашел за все это время. Ты фуфел? Что ты там уже придумал? Ничего. Что за урус такой на больших колесах? Что за срань такая вообще? Какой-то непонятный урус. Вот первая тачка. Первая тачка? Так, ну ладно. Да. Я... Ужас! Кто тебя создал такую? Ужас, просто ужас. Он в поворотах, чтобы ты понимал, вообще не едет. Его прям запрокидывает. Так, я две нашел. Две нашел, просто молодец. Сколько говна ты там накидал подобного? Много, как ты любишь. Хоть с лопаты, как говорится, наяривай. Такое. Такое? Да не, там все отлично, там все нормально, там все хорошо. Я вообще сегодня жестил. Я заметил. Это цветочки. Фуфел. Вот фуфел. Так. А тут что-нибудь еще есть? Слушай, я вроде катаюсь порожняком. Это я порожняком катаюсь. Это был спойлер! Емать, я его заметил! О, я сначала не нашел. Понял. А, чё ты третья нашел? Иксы одни.
Одни иксы. Сколько иксов хочешь? Пятые. Стоп, это тоже тачка или нет? Тут все тачки. Блин, она без колес. Вот ты, конечно, не очень. Куда ни глянь, тут все тачки, братан. Абсолютно. Все как надо. Прикольный Дайтона, ребята, угнал. Хорошая машина. Слушай, на самом деле, если честно, у меня небольшая дезориентация. Я давно не снимал данную рубрику. Болтать, искать тачки, это, ребята, совершенно другое. Так, ну да, я типа помогал в съемках, но когда ты сам снимаешь, нужно же и болтать, и смотреть по сторонам, и искать, и самое главное валить. Находить. Так. А где? Конечно, ты, блядь, в гараж поставил. Какой? Тачку без колес. Ты заколебал, да сколько можно, я уже, блядь, миллиард проехал. Самое-самое интересное, что я сам не знаю, куда я что понаставил. Поэтому, если я тебе что-то сегодня не покажу, то это нормально будет. И говорится, о, даже не удивляйся. Еще... Ой, это мистер ХЕР. Это чайник, ребята, чайзер. Это жестко. Самое тупое, знаешь что? То, что я уже повторно их проверяю, потому что, ну, хер поймешь, с колесами. Ты еще не додумался их удалять? Я бы сразу начал. Нахер надо. Самое интересное, не потеряю их удалять. Самое интересное, что я нашел чайник, а он, короче, видать, стоял там, где и моя тачка обманка. И вот кто кого выкинул, непонятно. Но я тебе говорю, успешно. Это ты чайник. Столько нет. Говна понаставил здесь. Отличные тачки, кстати, быстрые очень. X5, это не точно. Так. Ну, конечно, ты не поставил туда с колесами. Так, у тебя 3, у меня 4. Ну, слушай, при всем при этом-то как бы я все равно не особо-то козыряю своим положением. Опа. Впереди копы. Я понял. О, открылось. Откройся. Нету ничего. Нету ничего в эманации. А где могут быть тачки? Я, если честно, сам очень сильно отвлекаюсь. Прям бесишь. Сильно отвлекаюсь. Не бешу я тебя. Я вообще молодец. Сколько можно? Ты их 100 штук, что ли, поставил? Ну, я старался. Я сделал. Ни хера не старался, ты херню сделал. Так, тут ничего нет, тут ничего нет. За такое там никто тебе не заплатит. Да и ладно. Зато... О! Нифига себе, зато что я нашел. Жопа торчит. Это что? Это X. Нихера ты место нашел. А повыше не мог засунуть? Я охеренное место нашел. На. Нет. Блин, не попал в тебя. Так, хорошо, хорошо. Пятая машинка, если честно. Я реально не ты помню, куда я поставил искать свои тебе машины. Говорю, ты заколебал. Ну, если все твои найду, я, может быть, тебе помогу. Ну, я какие-то помню. Парочку ты нашел. Но не все. И меня это радует. Ребята, прошло 6 минут 40 секунд. То есть... Три тачки всего лишь. Половина серии. Так. О, вот это я вот просто нарвался. Знаешь, такой сложный ролик, ты вот наконец рабочего дня поставил. Специально. Special for you. Чтоб ты порадовался, чтоб ты уже проснулся, чтоб глазенки у тебя открылись. Что ты не говорил потом, я мне вот так устал. Мозги кипят, а ты еще заставляешь думать. Мозги тебе здесь не нужны. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь у меня, у тебя три все еще. Серьезно? Шесть у меня. Так. Чё, или 7, раз, 2, 3, 4, не, 6 у меня. 6 это хорошо. Но тем более, ребята, 7.20 прошло. Как бы, надо еще побыстрее-то проехаться. Что нашел? Где нашел? А, вижу, где нашел. Рядом. А с колесами? Это найти-то можно и без колес. Так, вывески. Нет, на вывеске ничего нет. Так, ну, я не сказал бы, что я реально очень быстро ищу машины. Все-таки, ребята... Опыт, конечно, не пропьешь, но вот навыки притупляются иногда. Когда они притупляются, нужно вспоминать, как это было. Навыки у тебя там притупляются. Ах ты фуфел. Не. Стоят красавцы, никто их не забирает. Но это некрасиво. Некрасиво с твоей стороны не брать тачки. Кстати, я вот здесь еще даже во дворах не катался. Во дворах... О, красиво стоят. Красиво стоят мои голубки, и твой, и мой, прям друг за другом так красиво, паровозиком. А вот с колесами или нет, это стоит, другой вопрос. Я не понимаю. Автомобиль? Автомобиль! Special for you. Я седьмой нашел.
Молодец. Молодец. Это и звездец. Тоже не уехал еще. Точнее, так. Ну, по тачкам. Под тачком. У меня последняя машина твоя остается, и она может быть где угодно, на самом деле. Может быть, я даже возле нее уже проезжал 200 раз, просто не обратил внимания. Такое тоже, maybe, может быть. Нашел что-то, Димка. Что нашел? X5, что нашел? Есть что-то другое? Да, вдруг. Даже не думал, что все будет просто так. Что это было? Это ты, что ли? Да. Так, ну я видел только тень, пролетающая над головой. Я там видел. Это красное? А, не. Нет, это не тачка. Это не тачка, не тачка, не тачка. Тут, блин, столько понакупали тут этих BMW. Проехать негде вообще. Что происходит? Да? Накупали, говоришь, BMW? Да. Так радуйся. Чем? Кто их кормить-то будет? Ставят. Тоже верно. А я жрут за десятерых. Так, тут что-нибудь есть? Тоже верно. Так. Блин, а мне реально интересно, а куда я поныкал, короче, все свои тачки? Это тоже важно. Ты почти все нашел. 4 только нашел. Да? Ты на приколе? У меня уже там то ли 6, то ли 7. Да, конечно. Откуда? Серьезно тебе говорю. Продублировал. Это так не работает. Нахер мне это надо. Потому что я тебя фуфло знаю. Я только что катался, 3 тачки было. Ну, 4 максимум ты нашел. Ты на приколе, я 4 нашел еще минут 5 назад. И еще 2 пригнал. Да, конечно. Я серьезно говорю. Ну, потом проверим, по точкам полетаем. Добро. Так, пока что больше ничего не вижу. Это плохо. Это неинтересно. Тут что-нибудь. А можно? Эх, зайти вот. Можно, но тачки там не было. Еще нашел. Еще нашел. Угу. Так. А вот я не вижу последнюю, куда ты умудрился засунуть. Где-то на самом верху, но вроде даже ничего красное не мелькает. Ничего не блестит. Maybe, baby, baby, maybe, maybe, baby, baby. А чё? Где тачка последняя? Вот здесь магазинчик. Не в магазинчике. Вот же вопрос. Вообще не в магазинчике. Так, это интересно уже, ребята. Прошло 11 минут 25 секунд. То есть время тик-так. Ага. Время поджимает сильно. Вот X5-ики. Нету ничего. И тут ничего нету. Тут X5-ики. И там X5-ики. Везде X5-ики. Куда ни плюнь, везде X5-ики. Ай-яй-яй-яй. Так, а где? Ай-яй-яй. Ту-ту-ту-ру-ту-ру-ту-ру-ту-ру. Бучк. Ну, я знаю, где она тачка, которую ты 100% не нашел. Другие я внимания пока не обращал. Блин, куда ты красную засунул? А, я не знаю. Типа вот здесь... Это запрещеночка была бы, но давайте я все-таки проверю витрины. Мало ли. Тут вроде нету ничего. Ладно. Нет, так нету. X5-ик. Одни X5-ые, слушай, я сам на свои X5-ые уже отвлекаюсь прям сильно. Что-то их слишком много. Что-то я прям постарался. Попрятал. Что надо опять и не надо. Опять без колес. Ты чё? Да вы охренели сегодня? Слышь, мотоциклисты, вы что мне все суете свои пальцы средние? Вот жопа, блин, с ручками. Так, ну, как минимум интересно. Что по времени? 12:48 как минимум прошло. И это странно. Ай. Очень. И странно в том плане, что вроде ты не сильно тачки прятал, а я ничего не вижу. То же самое. Ну, я, по-моему, только сколько мне. Там одно вроде осталось уже. Так, и я вот здесь не катался. Ну, насчет одной я не знаю, потому что я как минимум 2 тачки знаю, которые ты не нашел, поэтому ты по ушам 100% ездишь. Окей. Так. Опять X5, да мать его. Понаставили тут.
А где? Ага. Серьезно, последняя тачка. А где серьезно последняя тачка? Я не вижу. Я не вижу. 13:40 13:40, ребятушки. Тик-так, тик-ток. Тик-ток? Прям в тик-ток хочешь? Не, там был, там неинтересно. Так. Там? Люди добрые говорят. Ничего хорошего. Блин, где тачка последняя? Хочу последнюю тачку. Она вообще есть? Надеюсь, ты за ней. Это тот же вопрос. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Я уже по одним и тем же местам катаюсь, серьезно, это уже не прикол. Не приколы, не приколы, не приколы, и вообще ничего интересного тут нету. И тут ничего интересного нету. Где-то на высоте. На каком-нибудь балкончике стрёмном стоит, по любасу, который видно с определенного угла только. Быть может. Может быть. Так, 14:42, ребята, 18 секунд последних, и я так понимаю, что, скорее всего, мы уже ничего не найдем. От слов совсем. Ну да, ребята, да. Скорее всего, все. 5 секунд остается. Ну, я тоже пока... А, ты здесь тусуешься. Пока не нашел, да. Ну все, все, ребята, 15 минут наши прошли, время останавливаем. Так, Димка, раз, два, три, четыре, пять, типа 6 машин нашел. Ну, возможно, это правда, потому что прыгни ко мне, давай я тебе покажу тачки, которые ты не нашел. Давай. Одна стопроцентная здесь. Ты про это место знал. Ах ты, но не заехал. Я забыл про него. А да. Я прям отсюда даже видно, как бы не слишком жестко стоит. И, как ни странно, я удивился, но ты не нашел машину за стеной. Вот она, эта стена. Вообще классика. Ай, в самом начале. Фуфил. Просто да, стоит, да, бэха. Так, ну, если ты 6 честно нашел других тачек, тогда смотреть смысла нет, остальные. Ну и, в общем-то, где твоя? Покажи, тоже да, мне вот интересно. Она. Так, где-то неподалеку. Изи. Блин, а я прям здесь... Ребята, прикол. Я говорил фразу, она стоит где-то на балконе, где ее нихера не видно. И самое прикольное, что она в этот момент была вот здесь, на балконе сверху. И то есть смотри, я был прав, под определенным углом, где ее нихера не видно. Вот смотри, даже отсюда ее не видно. Не, ее видно, видно, видно. Ну-ка, отсюда. И отсюда за пальмой ее не видно. То есть, ребята, а блин, вот, как совпало. Вот отсюда... А, и отсюда не видно. Вот так да вот видно. Если бы я вверх поднимался, тогда бы увидел. Но прикол в том, что фраза была сказана прямо под этой и тачкой. Вот это максимально видно. Интересно. И отсюда ну да, видно, если по лестнице вверх видно. Подниматься, а я в обратку ехал. Что ж, ну, в целом бывает и такое. Просто не заметил. Давайте проведем одно испытание. Посмотрим, кто будет быстрее. Из обширного, как говорится, арсенала тачек Димона. Димон выбрал из пятой. Хороший выбрал, на самом деле. А мы едем в Drag Racing. И я, на самом деле, возьму его. Да, это то самое. Ты еще и поставил тот самый X, который медленный. Смотри, я тебе дам фору. Я по прямой еду туда, врезаюсь и по другой дороге еду обратно. Ага. У меня, чтобы ты понимал, максималка 200. Серьезно? Это не быстрый X? Да. Я думал, нормальный. Нет. Так, ну я ты уже в стенку врезался. Поставил. Ты до поворота доехал? Нет. Нет. Ну-ка, я ну-ка, до билборда не доехал еще. Серьезно? Я уже обратно еду. Да. Очень долго Чайзер кочегарит в начале. А я Гуччи флип-флап сделал, я лечу. Куда? Я встал на колеса, на... лечу, да. На F2 мы не восстанавливаемся. Что значит не восстанавливаемся? Прямом. Я сейчас за пределы. Если вылетел, то все. Я за пределы улечу, нет? Вопрос. Я на развороте. Так, ладно. Я врезался прям в билборд самый. Ну, я прям в стороне. Ну, я тебя видел. На сонаре где-то там тусовался. Я не знаю, почему, но чайник врезался. А где ты? Ты уже здесь должен быть. Я еду. Я не только развернулся. Чё, да? Поставил? А я думал, хороший. Типа, ребята, чисто... А вот он, Димка. Пошел ты нахер, знаешь, ты хотя бы иксы поставил нормальные. Ой, авария. Короче, тут все понятно. Ребята, спасибо за лайк, за комментарии и за подписку. Всем пока-пока. Найди. Давай, всем пока-пока.